Сегодня в меню – пельмени косичкой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Вода – 0,5 стакана. Мука – 1,5-2 стакана. Фарш мясной – 250 грамм. Перец черный молотый – по вкусу. Для приготовления пельменей можно использовать любой мясной фарш. Подавать готовые пельмени к столу желательно сразу же после приготовления. Отменно они сочетаются со сметаной. Подготовьте ингредиенты. В миску влейте воду и добавьте щепотку соли. Сыпьте муку. Замесите тесто. В мясной фарш добавьте соль и перец черный молотый. Хорошо его перемешайте. Тесто раскатайте в тонкий пласт. С помощью стакана выдавите кружочки, на каждый выложите мясной фарш. Скрепите края так, как на фото. Должна получиться косичка. Теперь просто отварите пельмени и подайте их к столу. Пельмени косичкой по виду отличаются от классических. Принцип приготовления теста и начинки аналогичный. Готовые пельмени с необычным видом смело можно сделать на обед или ужин. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.